В сельском доме культуры Протокске Протокского сельского поселения на прошлой неделе прошла акция районного социального проекта по пропаганде здорового образа жизни «Счастье жить – твой выбор». Направлен проект на формирование у детей правильного отношения к своему здоровью и окружающей природе. Анна Бовтунова ведет активный образ жизни. Она хорошо учится в школе, участвует во всех спортивных и творческих мероприятиях. Ее девиз по жизни – всегда улыбаться и дарить добро окружающим. Этот праздник учит быть всегда в форме, не отчаиваться никогда, быть здоровым и веселым всегда. Привлечь как можно больше детей к спорту и творчеству. Главная задача социального проекта по пропаганде здорового образа жизни «Счастье жить – твой выбор». Участники акции его уже сделали. Я выбираю здоровый образ жизни для того, чтобы быть всегда сильным, умелым и красивым. Мы будем рассказывать нашим коллективам про спорт, про здоровый образ жизни. Для всех людей, конечно, это важно, но некоторые могут там, не очень хорошо себя там вести, допустим, там принимать всякие вещества. Сегодняшнее мероприятие учит тому, чтобы люди никогда не сидели дома, не смотрели телевизор, не в интернете, а бегали с друзьями. Также в фойе сельского дома культуры прошла выставка работ юных славянцев. Увидев такие произведения искусства, ребята интересуются и приходят в кружки и секции, чтобы научиться тому, что нравится. Само мероприятие, естественно, подразумевает под собой это то, что ребенок может найти себе место и время, куда ему пойти, чтобы себя преподнести в эту жизнь здоровым, чтобы понимать, что не только можно где-то иметь вредные привычки, но прийти в дом культуры, прийти в детскую школу искусств, прийти в спортивную школу, найти себе место по душе. Основная цель социального проекта «Счастье жить» – пропаганда здорового образа жизни и профилактика наркомании среди молодежи. Как прекрасна и многогранна жизнь, если в ней нет места вредным привычкам. Важно вести активный образ жизни, достигать спортивных высот, творческих побед и к своим победам двигаться под девизом «Счастье жить». Тина Копачевская, Надежда Неткачева, Александр Косицын. Программа «События».